воскресенье, и мы по традиции в балаклаве поехали на пляж. Вы посмотрите, 8 утра, 8, уже столько много народу, потому что жарко, 40 градусов. Доброе утро с побережья Черного моря. Пляж Серебряный. Температура воды 25. Пляж Серебряный. Утро, 8 часов. Наполняется быстро отдыхающими катерами, яликами. Подвозятся сегодня. Небольшое волнение на море. Накат. Подслушала разговор капитана, что с обеда будет усиление волны. Поэтому выбор искупаться утром был правильным. Вода теплая, где-то 24-25 градусов. Видимо, за ночь немножко охладилась, но все равно теплая. Детишкам лишь бы куда-нибудь залезть. Накат уже, ой, увеличивается. На сегодня пляж Серебряный. Пока-пока. Сейчас еще двух пассажиров возьмем для полной комплекции лодочки.